Добрый день, меня зовут Лара Шум, я актриса кино, мне 42 года. В 2015 году я закончила СМДА, Американскую театральную академию. В Москве 4 года, и за это время я снялась в более 21 картине. Из них 2 полных метра. Это 72 часа режиссерки Рангелиной. Это главная роль в комедии Даниила Путинцева «Капитан Чпок». Также я снималась в эпизодических ролях в сериалах. Например, «Девчонки», «Перепутанные», «Светофоровы», прошла кастинг и снялась в «Ералаше». Мои дополнительные навыки – это тайский бокс, стрельба из огнестрельного оружия, пистолет и винтовка, роуп-джампинг, дайвинг, владею английским языком. Что ж, я вирус, я заражаю позитивом, в этом вы можете убедиться, пригласив меня на съемочную площадку. Я ответственная и дисциплинированная актриса кино. Благодарю вас, что досмотрели мою визитку до конца. С вами была Лара Шум. До встречи на съемочной площадке. Всем пока-пока.